Tunkoa terve, tunkoa terve, meidän suuret taloi. Minä olen tästä taloista, emäntänne. Ätkö tulkaa minun loukosti. Здесь стояли средневековые карелы. Вот то самое племя Корела, которое когда-то поселилось на этих территориях и расселилось потом дальше на северо-запад. Племя, национальность, народность, карельская народность, она рождалась именно на этой территории. Именно вокруг города Приозерска, тогда это назывался город Корела. 2 года назад как раз на территории нашего хутора совершенно случайно был обнаружен памятник именно Железного века. Это вот те самые протокарелы, которые когда-то начали населять карельский перешеек и стали его коренным населением. Это могильник, захоронение. Мы предполагаем, что на этом камне совершались какие-то обряды, после которых кости этих людей вместе со всеми украшениями и вещами, которые должны были сопровождать их в их загробной жизни, были захоронены на этом месте. Когда-то, несколько сотен лет назад, этот камень стоял на берегу древнего залива Каарлахти, Вокса. К сожалению, Вокса в силу разных обстоятельств отошла на несколько десятков метров, и сейчас мы видим поле. Но это поле еще в прошлом веке заливалось водой, а 1000 лет назад здесь был залив. И вот как раз по этому заливу, в этот залив и пришли древние люди. Корела так называли их новгородцы 1000 лет назад, когда племя карелов как народность оформилась. Кириелы они себя называли. Есть еще вот такие варианты, что переводятся как скотоводы. От эстонского кари – это скот. Потом от древнелитовского латышского гирья – это может быть гора, лес на горе, то есть это жители гор. Как ни странно, да? Карелы – жители гор. Они строили крепости, городища на высоких скалах неприступных. Именно вот здесь, в 13-м, начале 14 века, крестили первых карел. Вот такие кресты выбивали на приметных камнях, сюда приводили карелы, и они происходил обряд посвящения. Здесь вожди племени Корела приносили свою присягу и принимали христианство. Наш музей прекрасен еще и тем, что 70% экспонатов, включая каменный век и эпоху Средневековья, мы используем в реальной жизни. Копоушка – это реплика, найденная у нас на участке. Это предмет, гигиеническая палочка для чистки ушей. Она должна была быть в костюме каждой древнекарельской женщины. Они находятся во всех захоронениях. Этот предмет я тоже использую в реальной жизни в 21 веке. Иногда и в древности, помимо ушей, ими чистили еще ногти. Ну вот это вот так, у них маленькая ложечка вот здесь в конце, вот, она не такая острая, как пилочка, поэтому очень легко вот по вечерам можно себя радовать вот такими мероприятиями. Находимся уже на территории национального парка Ладожские Шхеры. Все, что расположено прямо, все, что расположено слева, справа, это все острова. Материка здесь нет. Шхеры – это архипелаг, состоящий из множества островов, которые отделяют друг от друга узкие проливы. Это понятие. Вот по этим узким проходам мы
с вами и проследую. Мой дедушка карел, чистокровный карел, да, родился я на берегу Ладоги, вырос, работал на берегу Ладоги. Естественно, ты будешь заниматься и рыбалкой, да, и сбором всевозможных ягод, грибов, произрастающих на островах. Азовское море с его глубиной в 13,5 метров и Ладога 250. Около 650 островов расположено на Ладоге. Большая часть сосредоточена здесь, в северной части Ладожского озера. Дед учил многому. Дед был очень интересным человеком. Друзья из Финляндии попросили собрать морожки. Я говорю: дедушка, ну, пожалуйста, ну, отвези меня там, где есть морожка. Нет нигде морожки, нет нигде морожки. Он крайне не любил собирать ягоды. Очень не любил. Бабушка его заставляла. И вот один раз мы с ним едем, я его все уговариваю, уговариваю. Он уже притих, потом остановили мы лодку, прошли через сопочку, поднялись. Она была вся усыпана морожкой, вот прямо вся. 10-литровое ведро полное я собрал минут за 40. Дедушка при этом сидел на пне и говорит: внук, бабка будет спрашивать, скажи, случайно нашли. Потому что я говорю, да, что он очень не любил собирать ягоды, поэтому у него всегда был ответ: ягоды нет, я не знаю, где ее собирать. Это одно из самых моих любимых мест Ладожских шхер. Находимся мы на горе Айна. Остров Карне-Цари. Одну из героинь эпоса Калевала, Айна, девушку молодую, решили выдать замуж за главного героя эпоса Калевала, старика Вени-Мяйнин. Девушка не хотела выходить замуж, и поэтому, находясь на этой горе, покончила жизнь самоубийством, сорвавшись с обрыва. Здесь мы можем видеть потрясающую красоту именно Ладожских шхер. Открываются панорамы, так предстают именно шхеры. Мы видим узкие проливы, множество островов, которые отделяют друг от друга проливы. Порой очень маленькие острова. Ну и открытая Ладога. Ладога очень жестокая, почему часто не получается сюда приехать, так как мы подходим к открытой Ладоге, и особенно если южный ветер с открытой Ладоги раздувает очень сильно, порой 3-4 метра высотой волны, на маломерных судах сюда просто физически не пройти. И Ладога не столько жестокая, сколько, я сказал бы, непредсказуемая, потому что сейчас она спокойная, через полчаса она может просто закипеть. Дедушка с бабушкой. Бабушка у меня продолжает проживать в одной из глухих деревень Карелии. Бабули некоторые, проживающие там, до сих пор разговаривают друг с другом по-карельски. И более того скажу, что русский язык они начали учить в 90-х годах, когда внуки стали к ним приезжать, и им пришлось его изучать, чтобы как-то общаться с внуками. Из-за постоянных войн, из-за миграции населения, при шведах это было, потом в результате двух войн при советской власти, многие карелы ушли в Финляндию, либо в Новгородскую, Ярославскую, там, Тверскую губернию еще раньше. Моя бабушка тоже была карелка, и очень жалко, что вот карелы здесь практически исчезли. В Пряженском районе, где находятся знаменитые вот деревни там Ведлозера, Кейнерма, которые очень любят посещать туристы, конечно, там живут коренные карелы. Но, к сожалению, язык уходит в прошлое. Вот. Надо как-то настроить нашу национальную политику в Карелии таким образом, чтобы карелы могли все-таки вернуться, возродить свою культуру и язык. Ведлозеро вообще место коренного проживания карел-ливиков. Здесь испокон веков жили карелы.
Упоминания есть уже с 16 века, 17 века, что на берегах Ведла озера в песцовых книгах проживали карелы. Но как такового поселения Ведла озера не было, были маленькие деревушки. Наши карелы-ливики – это светловолосые, голубоглазые, вот у нас скулы такие, круглолицые. Но с картошкой, не знаю, у меня уже все черты есть, которые присущи нашим карелам. Остамами плотяй не да розовой душулку, вене истен визи воту и в лабри гость толку. Купи, мама, платье с розового шелка, я еще буду 5 лет гулять, нету с парней толку. Бестолковые парни. Корейский язык вообще относится к финно-угорской группе языков, уральской семье языков. В Ведлозере около 1000 людей проживает, и по статистике около 60% у нас карелы. Но говорящих, скажем так, меньше. Люди себя позиционируют с карелами, но иногда говорят плохо, или говорят мало, или только понимают. А в школе, когда в школу пошли, учили по-русски. Нас ругали, что по-корейски разговариваете. Нас как запрещали нас разговаривать по-корейски вообще. Даже стыдили, ой, карелы, карелы, карелы. А теперь вернулись, вот теперь надо бы корейский, да нету. О. Когда в семьях перестали язык передавать, из поколения в поколение эта цепочка потерялась, у нас потерялся язык. Сейчас мы с детишками будем готовить корейское блюдо тёнчжи. Сладкое блюдо, готовится оно из толокна, из брусники, из воды, подсолнечного масла и сахарного песка. Макар, паны каксы лузырько. Каксы лузырько, ступаны оловиды. Луве. Юкси. Так, давай. У Дома корейского языка две основные цели. Это сохранение, укрепление и развитие корейского языка и пропаганда корейской культуры и пропаганда языка. Сюда приходят все люди от 0 до 100. Здесь сейчас работают кружки по языку для детей, для школьников. Давай. Вот, куги він варя шело, молочу, 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 куги він шело, варю шело. Вот, спасибо. Тоно пісіна. Опа. Маги. Маги. Піде вже ж та зохарі, вайпі. Піде. Піде вегені, да? Фартук должен быть большим. Но есть еще и фартук вот так, с этим, с грудкой. С грудкой. Этот фартук, когда я на кухне что-то делаю с мукой, а на прогулку я эту сарафанчик. После сарафанчика у меня вот такой. Это сорочка называется. Радчин. И готово. Бабушка, можешь гулять. Женщины карелы, они прекрасно вышивали. Они лоскутным творчеством занимались. Не было же раньше красивых одеял. Они из лоскуточков эти одеяла составляли. Они ткали. Это каждую зиму стоял у женщины ткацкий станок. И половики это были в домашнем обиходе у всех карелов. Этот станок уже у мамы были. Мама учила работать на станке? У него не учила она. Я сама. Мама пока на работу ушла, я уже натворила. Все. Ну, суккулайне там опидал панна качатанне. Нитти лэнкескес. Да, ну, хорошенько надо ладить. Не просто так. Мужчин карел нет равно им в рыболовстве. Они умели делать эти лодки деревянные. Я очень хорошо помню, как дед это все мастерил. Они сами добывали смолу и смолили эти лодки. Они сами вязали сети. Они знали, в какое время года надо за какой рыбой идти, в какое место опускать сети. Очень бережно относились к рыбе. Знали, если в это время нельзя идти за рыбой, значит, нельзя идти за рыбой. Это банька. Вот это лодка на берегу. Ну вот, на рыбалку езжу, ловлю рыбку. Ну что, щуку вытащил? Вот было бы интересно, да? А сейчас такой сезон,
рыба вся нерез был. Вот нерестилась, она отдыхает. Из рыбы все можно готовить. Уха, самое главное, первый раз, уха свежая, ой, от души. Тесто есть, сначала сделаем калитки, а потом и рыбники. Очень хорошо. У щуки такая косточка в голове есть. В виде креста, оберег такой. Вот зубы, чтобы не говорили, я такая сказать, плохие слова не приставали. Этот крестик, чтобы хранил очаг этот. Здесь можно и песком почистить кастрюли, если они засажились дном. Вот песок потереть, и они отойдут. Моя деревня Сереглавтова, в которой у меня прошло все детство, что она переводится «Плотвичья губа». «Азори» здесь стихи у нас снимали. Баня из фильма, она вот перестроили, ее сделали реконструкцию, она теперь топится по-белому, а раньше она топилась по-черному. Она вот вторая получается. Вот одна баня стоит на берегу, и вот между баней и лодочным сараем вот видно крышу. Ну, мне дед рассказывал, что к нему ходили и за яйцами, и за молоком, и даже он там пытался ухлестнуть за актрисой, а она как-то его так идет, ну что, у нее же много ухажеров. А на дороге снимали самый первый кадр, когда девочек строил командир, да, и они уходят на фронт, то есть вот когда они пошли. Это вот за остановкой отворотка на тот берег. И он их там построил, и вдоль кладбища, в горочку они туда пошли. Большинство домов, которые здесь поставлены сарай и дом под одной крышей. Потому что если зимой навалит много снега, то будет дверь не открыть наружу. И не выйти, ну, ты физически не сможешь выбраться из дома. Поэтому и двери были маленькие, чтобы меньше проходило холода, соответственно, в дом. И открывались они всегда вовнутрь. Все дома в деревне, они развернуты на озеро, лицом к озеру. Все. Эта избушка – это ледник для хранения рыбы в летний сезон, потому что холодильников электричества не было, а внутри тоже выкопана яма огромная. Зимой заполнялась либо снегом, проливалась водой в морозы, чтобы оно встало льдом, либо выпиливался лед на озере и туда складывался, тоже заливалась водой. Этот лед, получается, закрывался досками, сверху там всякими одеялами. То есть он принцип термоса, получается. Ну, сейчас так прохладно. Картошка вот здесь лежит сейчас. Надо было ночью сегодня здесь спать. Очень жарко в доме было. А карелы вообще какие? Очень добрые люди. Очень хорошие. Бабушка всегда говорила, что рисикан зуперти тулу, чаю тагипе. Пане чайнику тулел да соло, а давайте столал, кому доели. Не дай Боже, гость уйдет с дома, не отпив чайку. Если нет ничего, хоть согрей воды и солонку. Солонку с хлебом на стол. И угости, если больше ничего нету другого. И не сиди, когда гость в дом зайдет, не сиди. Поднимись со стула попу. Встань, привстань. Раньше до войны эти дома были хорошие, после войны дома были хорошие. А сейчас очень много пустых домов. Все уехали где-то искать больших денег, вот. А нам хорошо.